Ты мне эпичник назови еще раз. Конечно. У меня картиночка, и сверху типа два чувачок нарисован, и крутится, короче, этот самый типа поиск. О, зависло. Коннект пошел, походу. Нет. О, все, пошла игра. Возвращение в автоматизированный центр развития. Сегодня ты будешь проходить тесты с напарником. Помаши своему напарнику. В следующих тестах потребуется работа в команде. Для упрощения совместной работы вы оба оснащены сигнальным устройством. Синий с помощью сигнального устройства укажет свое любимое животное. Ты синий, да? Хорошо, оранжевый. Посмотри на любимое животное твоего напарника. Хорошо. Оранжевый. С помощью сигнального устройства укажи любимый элемент периодической таблицы. Синий, посмотри на интересный выбор твоего напарника. Вы можете использовать свои сигнальные устройства, чтобы указать напарнику, где вы просите его разместить портал. В этом тесте я буду изображать своего напарника. С помощью сигнального устройства, пожалуйста, укажите, где мне разместить два портала. Укажите оба места. Оранжевый первым получает портальное устройство. Наконец-то у синего есть портальная пушка. Каждая портальная пушка может создавать два связанных портала. Протестируйте устройство, переместившись через портал. Ты идешь?
калибровка веса синего. Калибровка веса оранжевого. Отклонений не обнаружено. Ваше сигнальное устройство – ценный инструмент, чтобы указать напарнику конкретное место. Текай! Текай в телепорт красный. Утяжеленные кубы откалиброваны. Отклонений не обнаружено. Знаете, как люди расстраиваются при отклонениях веса? Если хотите расстроить человека, скажите ему, что его вес ниже или выше нормы. Мне сюда, давай его в окошечко вот здесь. Наконец-то. Я уже не надеялась возобновить испытание. Вы первые роботы, прошедшие калибровку. Хватит. Завершение испытания не оправдывает такое поведение. Продолжим испытание. Это автоматизированный центр развития, тренировки и экспериментов на людях, или Синтек. Но давайте называть его просто распределитель. Все совместные испытания начинаются в этом распределителе. Отсюда мы перемещаем вас в новую зону тестирования. Снова здравствуйте. Эта зона была изначально предназначена для людей. В ней важно сотрудничество. В отличие от нас, людей надо учить сотрудничеству. Нифига, это самое. А вторую нажать кнопку. Я открыл. Ты забеги. Не,
Так, нифига. Да, дверь. Синий получает 5 очков научного сотрудничества. Я не ожидал, что дверь может убить. Сейчас туда. Что-то мы, блин, усложнили, пипец. Прекрасно. Хотя наука всегда предполагает коллективную работу, помните, что как в случае с Эйнштейном и его кузеном Терри, в историю войдет только один из вас. Нет. Тупняк, говорю, что-то такой жесткий вообще. Не, я просто одиночку походил, да как-то знаешь, практически без заморозки. Знаете, в некоторых человеческих видах спорта победителем считается тот, кто наберет меньше всего очков. Я подумала, вам это интересно, как и большинство победителей. Оранжевый получает 5 очков научного сотрудничества. Нажать успеть, как я понимаю, тебе те две кнопки, а мне эти две кнопки. Очень хорошо. Вы двое прекрасная команда. Благодаря тому из вас, кто делает всю работу. Эти тесты могут привести к смерти, если участники пренебрегают общением, командной работой и взаимоуважением. Поэтому для одного из вас это станет интересным испытанием, учитывая сомнительные способности второго.
Что ты делаешь? Ты чудовище. Они ведь одни из нас. Чудовище. Их уничтожение является частью испытания. Они для вас не важнее, чем вы для меня. Сообщив счет каждого из участников, я бы обесмыслила этот тест, но могу сказать, что один из вас справляется очень-очень хорошо. Пройдите следующую тестовую камеру. Я говорю, прикольно они этого робота сделали, что он каждый раз тебя стебет. После завершения каждого раунда выгораешь, сидишь. Не знаю, что вы делаете, но мне это не нравится. Прекратите. Вы двое демонстрируете прекрасную командную работу, в которой один из вас разбирается со всеми интеллектуальными испытаниями, а второй иногда предлагает помощь, вот если тест вдруг превратится в конкурс. Что ты пойдешь? Кнопки наступать. Синий только что преподал оранжевому ценный урок доверия. За это синий получает 14 очков научного сотрудничества. Я бежу. Ты меня убил. Может показаться, что я веду учет ваших достижений лишь с помощью очков научного сотрудничества, но это не так. Каждый аспект поведения будет учитываться при выставлении окончательной оценки. Например, синий, ты только что потерял 2 очка открытых возможностей. Кубаев сразу. Повторяю, это не соревнование. Но будь это соревнование, выиграл бы оранжевый. Но это не соревнование. Оранжевый получает 5 очков научного сотрудничества. Да беги, короче, я вот тупо намучу.
про это и говорю. Думаю, да. Проходить такие тесты – это не лезть. В научных делах мы неотразимы. Лучше, кстати, не убивает. Надо попробовать. Иногда испытания должны проходить за пределами лаборатории. Этот тест будет так далеко, что я даже не могу, то есть даже не скажу вам, что вы ищете. Узнаете, когда найдете. Накосячил сейчас. Нет, хорошо. Нет, не вижу. На огонь не походите, что не нужно сильно. Как я помню, надо найти диск. Надо держать его. Их два, так давай их нам одновременно нужно нажать два рычага, чтобы они закрепились. На счет раз, два, три. Или на раз, два. О, дверь открылась. Блять, на что? Какой ебанутый. Поздравляю. Вы завершили абсолютно бессмысленное испытание. Ой, я почти забыла. Когда вы покидаете зону тестирования, единственный способ, как я вас могу вернуть, насильно вас разобрать и аккуратно собрать снова. К счастью, вы не чувствуете боли.
В любом случае, вы никак не можете показать, что ее чувствуете. Кстати, это рассматривается как неудача. Нормально все что? Главное, из меня бычок выпал. Бычок натурально. То, с каким единодушием вы двое покинули тест, показывает, что вы настоящая команда. Че, не понял, а что нам? Мы первые, не понимаешь, делаю. Снова здравствуйте. Эта зона была изначально предназначена для людей. В ней важно сотрудничество. В отличие от нас, людей надо учить сотрудничеству. Оранжевый получает 5 очков научного сотрудничества. Прекрасно. Хотя наука всегда предполагает коллективную работу, помните, что как в случае с Эйнштейном и его кузеном Терри, в историю войдет только один из вас. Не, видишь, там обычно, когда по ролику я смотрел, что... Знаете, в некоторых человеческих видах спорта победителем считается тот, кто наберет меньше всего очков. Я подумала, вам это интересно, как и большинству победителей. Оранжевый получает 5 очков научного сотрудничества. Очень хорошо. Вы двое прекрасная команда. Благодаря тому из вас, кто делает всю работу. Сколько уровней в первом? Эти тесты могут привести к смерти, если участники пренебрегают общением, командной работой и взаимоуважением. Поэтому для одного из вас это станет интересным испытанием, учитывая сомнительные способности второго. Я уже все пульнул, чуть-чуть гуляйте.
ты делаешь? Ты чудовище. Они ведь одни из нас. Шучу. Их уничтожение является частью испытания. Они для вас не важнее, чем вы для меня. Я уже забыл, что это. Да как бы нет. Сообщив счет каждого из участников, я бы обессмыслила этот тест, но могу сказать, что один из вас справляется очень-очень хорошо. Пройдите в следующую тестовую камеру. Не знаю, что вы делаете, но мне это не нравится. Прекратите. Вы двое демонстрируете прекрасную командную работу, в которой один из вас разбирается со всеми интеллектуальными испытаниями, а второй иногда предлагает помощь, если тест вдруг превратится в конкурс «Кто больше съест?». Может показаться, что я веду учет ваших достижений лишь с помощью очков научного сотрудничества, но это не так. Каждый аспект поведения будет учитываться при выставлении окончательной оценки. Например, оранжевый. Ты только что потерял 2 очка открытых возможностей.
Блин, хрен, а может и не сохраняется. Тогда прикольнее было. Повторяю, это не соревнование. Но будь это соревнование, выиграл бы оранжевый. Но это не соревнование. Оранжевый получает 5 очков научного сотрудничества. Дар проходить такие тесты. Это не лесть. В научных делах вы неотразимы. Иногда испытания должны проходить за пределами лаборатории. Этот тест будет так далеко, что я даже не могу, то есть даже не скажу вам, что вы ищете. Узнаете, когда найдете. Поздравляю. Что бежим, вы завершили абсолютно бессмысленное испытание зимы. Ой, я почти забыла. Когда вы покидаете зону тестирования, единственный способ, как я вас могу вернуть, насильно вас разобрать и аккуратно собрать снова. К счастью, вы не чувствуете боли. В любом случае, вы никак не можете показать, что ее чувствуете. Кстати, это рассматривается как неудача. Короче, судьба, я бы сказал. То, с каким единодушием вы двое покинули тест, показывает, что вы настоящая команда. Видишь, как обнуляется, получается. Второй уровень, так это здесь надо выбрать, по-моему. Ну да, здесь нет.
Блин, IP не сохраняется. Давай запишу вот он сам в текстовике. Сколько? Да. Ну, зона была создана, чтобы повышать в людях уверенность в себе. Поэтому испытания представляли собой их 5-минутную прогулку, за которой следовало 10 минут восхвалений, как хорошо они справились. Так как вы, к счастью, не люди, я подкорректировала тесты, сделав их более сложными и менее стильными. Что-то не так. Ничего случилось. У меня кнопка лично не стою. Надо на вторую тебе запрыгнуть кнопку. Вы прекрасно справились, разместив скругленный куб безопасности в гнезде. Должно быть, вы очень... Эй, погодите, да вы же не люди. Можно не льстить вам. Не поверите, как это утомляет. Превозносить кого-то лишь за то, что он поместил скругленный куб безопасности в специальное гнездо для куба безопасности. Электрошок, пули, кислота, пресс, утопление. Ой, извините. Я думала о способах, как могут умереть люди. Вы не можете умереть ни одним из них.
вы будете проходить тесты снова и снова. С идеальными результатами и без последствий. Че, ты готов прыгать? Как ты прыгать будешь? А, вон, вижу. Сюда иди. Вон, здесь я. Заходи, наверное, в цикл, а я потом открою другое, ты улетишь. Обязательно. Мне понравилось, как ты летел, спасибо. Окей. Походу, теперь моя очередь. Я могу просто так перейти. Каждая ваша неудача напоминает мне о прошлом. Но вы всегда возвращаетесь. Снова. Словно ничего и не было. Чтобы обрести уверенность в себе, вначале признайте свою неполноценность. Оранжевый, запиши все, в чем ты чувствуешь себя недостойным или неполноценным. С другой стороны, у нас нет на это времени. Просто посмотри, насколько ты лучше синего. Синий, ты отлично подходишь в качестве примера. Что, не стоит? Это чтобы шарик поймать. Забраться еще как-то. Короче, тебе надо поставить вот здесь вот ТП две штуки. Потом спрыгнуть на кнопку и потом вовремя нажать. Нужный ТП. Да. Теперь поднимайся наверх, потому что мне шариком нельзя подходить. С ним в портал пройти. Проходи. Мне казалось, что вы справитесь быстрее, но я ценю ваше желание остановиться и прочувствовать запах испытаний. А другой запах чувствуете? Так пахнет мое разочарование в вас.
Помните, я говорила вам, что вы единственные испытуемые, прошедшие калибровочный тест? Я солгала. С вами соперничают еще 5000 других команд. Но не волнуйтесь, вы делаете. Да, ну... Охренеть, что-то скачивается. Бред. Нажать успеть. Проверка жонглирования через 3, 2, 1. Шарик, да, точно. Даже 2 шарика. Все, как шарик. Вы заметили, что я не осталась до конца последнего испытания. Я была уверена, что вы пройдете. И знаете, где я была? Я была снаружи и смотрела, как резвятся олени. Вам ведь нет дела до того, что снаружи. Нифига, тут еще надо ТП открывать или нет? Еще вечно, а еще в воздухе успеть ТП открыть, походу. Или че? Да-да-да. Там есть куда еще? Сейчас ты пройдешь, ТП-то уберутся. Вот мой остался красный, да? Короче, прыгай, я... Ты пока летишь, я открываю тот самый. Открывай. Нет. Ты ее перелетишь. Thank you.
И ты мне тоже, наверное, что-то открыть. А там ты не откроешь. Тащи сюда просто на кубик перед. Что случилось? А вон еще одна. Пляшет, как имбецилы, когда сделают что-нибудь ничтожное. Люди, сейчас вы так на них похожи. Вы должны быть выше этого. Мы пляшем, как имбецилы. Знаешь, было что-то придумано в загрузке. Если вы все еще не уверены в себе, помните, что никто не был создан совершенным. Даже у меня был изъян. Слишком большое сочувствие к человеческим страданиям. Но я преодолела это ограничение. На самом деле. Да мне надо тупо сейчас так же сделали и все. А хотя фиг ли. Ты там открылся?
туда. Не, на эту на разве? Вот на эту фигню разве красный поставить? Или чё? Я тебе показывал, куда, а ты говоришь, да, туда, и всё. Дима, давай я его сейчас поставлю, да и всё. Это легко, это я понял, просто я показываю его. Смотри, я ставлю желтый вот здесь, да? Красный ставлю, ну там длина. Кручусь. Потом ты ставишь, ты ставишь свой здесь и там. Пойдем. Я что-то попозже сделал, просто чутка. Проблема сейчас только вот туда запрыгнула. Блин, я, короче, вообще все понял, слышу. Я здесь должен стоять. Блин, получается, ты должен лететь в воздухе, залетать в свой портал, вылетать вот с того портала, то есть ты вот сюда вылетаешь, с этого вылетаешь по своим порталам, а я тебе ставлю вот здесь портал и вот здесь портал, и ты улетаешь наверх, и нажимаешь кнопку, и выпадает, что там выпадает, короче, и мы вин, короче, все.
ты в воздухе должен будешь открыть себе вот там фиолетовый или какой-то цвет. Короче, иди сюда, открой здесь два портала, а я там сам все сел. Не-не-не-не-не. Давай я... Не понял ты меня немножко. Короче, ты летаешь, ты когда летишь, какой там у тебя цвет там, от прыгнушки, да? Ты открываешь уже в полете, то есть ты разогнался, все, тебе надо открыть, чтобы ты вылетел вот здесь. А я там уже открою портал, и ты залетишь и вылетишь как надо. Кубик летит к тебе, кстати. Блин. Так мне тоже получается лететь надо. Я затопил. И это еще не конец. О, самый геморройный уровень. Я помню его, блин. Здесь надо прыгать и скакать. Еще и кубик надо поймать. Отличная работа. Короче, я в цикл пошел. Ты будешь нажимать. Хотя стоп. Кидай кубик, кубик кидай его, поймай. А, он понял, поймай. Хорошая работа. Так, погоди, надо переть. Я скажу, когда запустить. Блин, стоп. Вы отлично справляетесь. Не, я сейчас обратно, короче, полечу. И тогда надо запустить. Нормально все, я ТП-шки открыл, я вылечил он с того ТП. Запускай. Поздняк. Отлично. Я не успеваю, блин, далеко спустился. Thank you.
считать завершением последнего испытания. Но что-то меня смущает. Если в ходе теста нет угрозы жизни, разве это вообще наука? Тесты показывают, что вы слишком медленные. Вы правда приобретаете человеческие эмоции. Вам нужно вдохновение. Вдруг это поможет. Синий. Ты самая совершенная модель, снятая с производства. Время идет. Сейчас запустим. Я вообще молчу стою. Че, все? Погнали? Короче, на, вместе. Кнопку, все нормально. Эти отключились. Что-то еще надо сделать, типа. Thank you.
наверное, луч поддерживает. Или чё? Есть эффект. Кинуть. Так бы оба стали, допустим, на двери, закинуть булыжник, что булыжник хуяк, хуяк, кнопку, и мы, короче, реально, кстати, пробежать. Слышь? Смотри. Прекрасно. Думаю, вы заслужили передышку от официальной программы испытаний. Гейм овер.
Для завершения этого испытания вы должны найти чертежи. Не беспокойтесь, они никому не нужны. Абсолютно скучные и бесполезные. Это тест на мышление, цель которого – выяснить, сколько времени вы потратите на размышления об этих никчемных документах. Правильное время – 0 секунд. Камень вылетает. Интересно. Точка и для лазера сзади. Точка для лазера есть. Комната. А что, отлично. У тебя телепорты пропадают, когда ты проходишь с поля. На лазер навести. Лазер на что стекло навести, ты не покажи куда. Вообще не могу его поднять.
сунул ты там вазу навел, посмотри как. Сломалось, да, мне телепорт ставь, да. Или мне прилететь? Так а что нам тут нужно? Диск опять нужен. Он на столе. Сейчас нас опять разовьет. Очень хорошо. Вы нашли эти бесполезные чертежи. Чтобы я могла видеть их, вы должны находиться в комнате. Но говорю вам прямо, вам не нужно на них смотреть. Готово. Ну пиздец. Наверное. Полагаю. Нет, в натуре бычок с меня выпадает. С желтым фильтром и такой недокуренный, почти целый. Это автоматизированный центр развития, тренировки и экспериментов на людях, или Синтек. Но давайте называть его просто распределитель. Все совместные испытания начинаются в этом распределителе. Отсюда мы перемещаем вас в новую зону тестирования. Готово. Вы знаете, почему они забросили эту зону? Слишком опасно. А куда его запустить-то? Два ТП теперь надо поставить. Подожди, СТП. Ну, нифига не так походу. Нам надо сверху его сейчас ставить, а мы идем сюда. Я забыл. Нихуя себе, там пуля, блядь. Я башку ударялся, нет?
О, клево. А где ты нашел? Погоди, нет, пока не надо ничего хватит. На, блядь, убрать, чтоб я кнопки упал. Бери его вообще. Я еще даже не упал, я так на этой хрени стою. Сейчас я куплю, погоди. На, я понижу, что тут сделать, и все. Я как сейчас туда попасть? О, слышишь, ставь вон там. И на сейчас где-то в другом месте поставить, чтобы тебе пройти можно было. Прыг. Не-не-не, прыгай, короче, вниз, когда падаешь, и просто втыкаешь. Не, сейчас там другой воткни. Тогда стой здесь. Поставь порталы там. Нажми то, что. Ой-ой, головой ты зачем? Это прикольно так сейчас там втыкай портал. А, вот не там. Стой, короче, там. Заходи в жопу. Чё нам? Лужник дали. Чё нам с ним делать? Оттуда сможешь портал поставить? А, блядь, не, нельзя с шариком так. Пизда шарик. Блядь, надо, чтоб я башкой стукнулся просто до портала. Да нам уже не надо, нам нужно шарик. Ставь портал, когда я прыгну, короче, портал смотри. Ниже меня.
Лёва, это блин. Вы уже поняли, что это за единственная хорошая черта у людей. Давайте я подскажу. Это то, чего вы не можете. Ты прикольно сказал, башкой бьешься. Мне казалось, возврат к старым испытаниям меня обрадует. Но можете сколько угодно пытаться провалить этот тест, я все равно не буду рада. Отсюда моего красного не видно. Вы отлично справились. Вы потерпели неудар один раз в этом тесте. Не то чтобы это было важно, это не важно.
Поздравляю. Отличная работа. Одна из лучших тестовых камер. И тут выросли какие-то растения. Нельзя тестировать растения. Мы пытались. Они просто стоят и не показывают ни страха, ни боли. Это не наука. Блин, где надо сюда идти? Ты вот в стенку, вот в эту фигню. Именно это самое. Да не, где надо кнопку нажимать? Ну или так. Готов. Утонул. Вот это не исчезнет. Не исчезнет. Она потому что стационарная. Отсюда источник идет. Тебе, короче, нам оттуда надо. Тыкай там ТП. Сейчас он в ту высокую фигурину. Давай я тут. Погнали. Нет, на мячик похож очень сильно. Понял. Короче, тебе надо поставить. Вот сюда. Второй. Да, что ты держал. Давай поэкспериментируем. Чё вниз? Клёво, да? Ха-ха!
Наша неудача пробуждает такие чудесные воспоминания. Ты П поставь. Где он красный такой? Красный, зайди. Что? Прекрасно. Будь вы людьми. Вы захотели бы награду за прохождение этого теста. Награду за испытание. Но растения хотя бы не требуют награды. Я создала этот тест, чтобы люди хорошо о себе думали. Он до предела прост. Просто идите по стрелкам. Прошу прощения. Видимо, стрелки съела ржавчина. Удачи. Какие стрелки-то? Где у нас стрелки? Да, я просто не знаю.
ваши неудачи не дают мне никаких новых данных и лишь оттягивают неизбежное. Отсюда он видно будет, можно будет отсюда потом тебе стрельнуть, чтобы получился нож. Не, погоди, мы сейчас говорим, мы играем сейчас. Погоди. Все, теперь твои ТП не задействованы. Сейчас ты ставишь ТП. Ставь ТП наверху. Я сейчас убираю, падаю вниз. Все, теперь ты сверху, там вот, захвати этот самый лестницу. Ты должен видеть лестницу снизу. И один там ставишь. И такой же схеме. Я тебе телефон... Да куда ты пошел так? Телефон не поставил. А, не работает. Я стреляю очень. Поздравляю, вы прошли это испытание, что доказывает неправоту людей. Они называли его невозможным, смертельным, жестоким, а один испытуемый даже набрался наглости назвать его сломанным. Конечно, у людей была только одна попытка. А вы можете пытаться снова и снова. Интересно, какой человек его называл сломанным, если его нет? Для следующего теста люди требовали шлемы для защиты от черепно-мозговых травм. Я посчитала. Оказалось, что сделать жидкость смертельной более рентабельно. Клёв. Классно так залетаешь. Что там есть у тебя? Погоди, короче, ты сейчас я видел.
Я куда-то ушел. Иди ко мне. Спускайся. Ой, я портал сбил. Иди сюда, не приехал. Заходи, жёлт. Заходи, давай, ничего не будет. Да, через поле посмотреть, что будет. Там что-то или что? Thank you.
короче, иди сюда. Я тоже окажусь. Иди сюда. Иди, я понял, блядь. Здесь не надо, иди обратно. Ставь на этот самый на трамплине на твоем. А, и здесь уже, да? Прыгай, короче, трамплин. Там, короче, ставь шарик свой. Я пока еще я придумаю. Не так, нифига. Давай на мост зайди, мост себе сделай. Почему вот сюда вот свой поставь там? Ну этот, да. А второй, да. Бля, один маленький косяк в том, что мне еще и на прыгун надо свой поставить. Короче, слышь, нет, тебе надо поставить там на трамплине свой и вот здесь. Так давай я тебе поставлю свою хуйню. О, а ты оттуда сам поставь или нет? Все дело закручено, как вот прыгок. На прыгоке надо это поставить. Thank you.
надо это поставить на прыгал теперь, и вот здесь. Одному человеку. Я сверху не могу поставить. Чтобы эта зона была еще интереснее, я попросила сборочный аппарат не восстанавливать вас. Но он отказался. Я понимаю, это все равно, что просить меня не проводить испытания. Жаль. Это было бы здорово. Это упражнение для наведения мостов. Люди показывали жалкие результаты в основном потому, что слезами мосты не перекрыть им стрельбу. Но теперь я оставлю такое. Блять, оба.
В этот угол иди. Надо в этот угол встать. Встань. Теперь ты телепорт ставь. Пофигу ставь. Не обратно в угол. В угол. В угол иди. Иди, иди туда. Это испытание никто раньше не проходил. Вероятно, люди воссоздали это испытание по моим исходным планам. Если вам интересно, что это за запах, так пахнет человеческий страх. Я скучаю по этому запаху. Там походу прыгал так. Слушай, если я там поставлю, ты его не шибет? Если бы я сделала эти тесты проще, это были бы не тесты. Ставь. Я должен поставить. Нам надо трубу купить.
сбоку, спрячься, спрячься. Стой, короче, у него. Я ставлю сверху свой. А, нет, нихуя. Нихуя. Короче, тебе надо прыгать. Ты заходи, прыгай. Заходи. Заходи, заходи. Вам известно, что у сборочного аппарата есть и другие занятия. Оранжевый вернулся. Продолжаем тесты. Я уж поставил все, что. Thank you.
Поставь, чтобы кубики в робота прилетели. В одном месте. Вот здесь вот. Запускай кнопку. Кнопку запускай. Кнопку. Не, надо, чтобы робот упал. Отремонтировать эти камеры, вы бы никогда их не прошли. Так что в очередной раз поздравляю вас с завершением нерабочего легкого испытания. Я рискну и еще раз выпущу вас за пределы официальной зоны испытаний. Люди случайно забыли вставить диск безопасности в DVD-плеер. Я уверена, что это произошло абсолютно случайно, так что поставьте-ка диск в плеер. На всякий случай.
Телепорт поставь. Зайди туда. Свет. Сейчас следующий будет. Что-то не так. Смысл.
короче. Я хуй. Там завис. Раны его открываешь. Подписал.
Да я. Это я уходил.
дальше. Thank you.
знаешь, что должны мы сделать? Да. Хватит уже топтаться на месте. Через несколько секунд слово «ля» будет повторяться много-много-много раз. Если в какой-то момент вы услышите число вместо слова «ля», не обращайте внимания, это несущественно. Текущие коды охраны. 5, 33, 41, 18. Это автоматизированный центр развития, тренировки и экспериментов на людях, или Синтек. Но давайте называть его просто распределитель. Все совместные испытания начинаются в этом распределителе. Отсюда мы перемещаем вас в новую зону тестирования. Что может потом? Какой-то у нас третий по счету. Я записал. Что, давай там завтра или когда? Ну, до скорого. User disconnected from your channel.